Привет, друзья, с вами профессор Гуглов. Маска для дайвинга, вырабатывающая кислород. Изобретение, названное Тритон, состоит из загубника и двух крыльев, которые работают по тому же принципу, что и жабры у морских обитателей. Сквозь маленькие отверстия вода попадает внутрь крыльев, где специальный фильтр извлекает из нее кислород. Затем мощный миниатюрный компрессор сжимает полученный кислород и запасает его в резервуаре. Компрессор маски работает от микробатареи следующего поколения, которая в 30 раз меньше существующих батарей, а заряжается в 1000 раз быстрее. Маска Тритон использует новую технологию искусственной модели жабер. Она извлекает кислород под водой через фильтр в виде тонких нитей с отверстиями меньше молекул воды. Эта технология позволяет нам свободно дышать под водой в течение длительного времени. Используя небольшой, но мощный микрокомпрессор, маска сжимает кислород и сохраняет его в резервуаре для хранения. Микрокомпрессор работает с помощью микробатареи. Микробатарея размером в 30 раз меньше и может заряжаться в 1000 раз быстрее, чем существующие аккумуляторы. На этом у нас все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. С вами был профессор Гуглов. Увидимся!